Так, всем здорово. С праздником, с Днем Великой Победы. Решил записать видосик тут для вас. За окном дождь. Прошу прощения за звук. Сильно выделываться сейчас тут не буду, по-быстрому просто записать, осветить тему. Ситуация следующая. Захожу в ангар, поиграл. Решил прокатиться на Тандерболте. И замечаешь, экипаж пересаженный с 54Е1 пересаживается со штрафом. Смутился, не понял. Не понимаю, в чем дело. Thunderbolt премиумный должен пересаживаться с штрафа. Потом выясняется, что 54Е1 стал тяжем. Когда я это проспал, я не понял. Ладно, суть не об этом. Напишите, ребятки, в комментарии, кто в курсе, когда это произошло. Решил написать данный вопрос в чат, в общий. Уточнить, когда он стал тяжем. Вроде всегда был СТ. Захожу в общий чат. И что я вижу у вас на экране? В общем чате у нас рекламируются левый сайт и рулетки лохотрона. Причем, видите, как написано, что сайт меняется, то есть сообщение подогнали под размер окна. И все, спокойненько идет рекламка левых сайтов прямо в общем чате, прямо в клиенте игры. Никому это не мешает, никто это не останавливает. Все, в чате тишина, такой, кто в клан приглашает. И рекламка, рулетка. Я был в шоке. Стал писать в чат, что за спам. Сразу начало это прекращаться. И потом уже я тут пишу. И все. Потом куда все делось. То есть пока кто-то не обратил на это внимания, всех это устраивало. Призываю компанию ВГ обратить на это внимание. Выявить нарушителей, своих модераторов наказать. Давайте разберитесь, что за беспредел. Ну, это просто трэш, я не знаю, мне не передать словами. К вам же, ребятки, обращаюсь отправить эту ссылочку на данное видео в ЦПП. Пусть разбираются. Давайте их заспамим. Пусть решают проблему. Конечно же, еще раз предупреждаю, ни в коем случае не переходить по этим ссылкам. Все это развод, мошенничество, лохотрон. Будьте бдительны. Так, ну как бы на этом и все. Репост, лайки, колокольчики, сами все знаете. Все, всем привет, всем пока. Всех еще раз с праздником, с Днем Победы. Ура, ура, ура. Всем пока.